Йоу, здравствуйте, это канал Максимадзе, с вами Максимадзе. Напоминаю вам о том, что на моем канале идет конкурс, который окончится 31 декабря этого года. В каждом видео, в том числе и в этом, вам в конце каждого, вам будет задан всего один вопрос, ответ на который вы будете знать, если внимательно посмотрите видео. Так что смотрите видео до конца, если хотите выиграть 500 рублей, заняв первое место. Второе место 300, и первое и третье место 100 рублей. Так, короче, сегодня у нас игрушка GTA Криминальная Россия. GTA 4 Криминальная Россия, или я называю ее Криминальная Россия 2. Потому что графончик уже улучшен, в отличие от San Andreas и все такое. Я играю за Ника Белика и нахожусь в данный момент у себя на работе, можно сказать. Кабинете перед компьютером. Давайте выйдем отсюда. Тут у нас окно, одно из них открывается. Давайте выйдем отсюда. Так, тут есть три двери, которые открываются. То вот эта дверь в кабинет, дверь, лестница, ведущая на крышу, и дверь на выход. Здесь у нас находятся тачки разные. Ну, тут вход в это здание лучше, конечно, через вот этот вот вход нормально входить. Похоже на какой-то офис, но сверху написано, что это бар на крыше. Вот бар написано наверху. Ой, блин. Вот так человек погиб в реальной жизни, может, сразу же. Так, это Криминальная Россия, это город Южный, Нижегородская область. Так, здесь машины стоят. Тут здесь есть несколько русских машин. Я пробовал установить с автоматической установкой машин разные там менять, но из-за этого игра жутко тормозила, игра сильно при записи, и графика глючила сильно. Ладно, давайте какую-нибудь машинку выберем, покатаемся по городу. Тут есть десятка, девятка тюнинговая, вот эта машина не изменилась, фургон, я возьму этот фургон, фургон не изменился. Могли бы газель бизнес-класса поставить вместо таких вот фургонов. Брита. Липпел. Здесь у нас... Вот тут девятка стоит уже нормально. И тюнинговая никакая. Тут гараж гоп-кар, тюнинг-салон. Сегодня будет, короче, серия про именно экскурсия по городу. Тут помимо города есть еще всякие достопримечательности разные. Там постройки, новостройки. Но мы сегодня покатаемся по городу только. В следующей серии достопримечательности посмотрим, а то это видео никогда не закончится. Давайте тут припаркуемся и прогуляемся. Что у нас тут есть? Это, короче говоря, клиника. Так, тут Нива есть. ВАЗ-21... ВАЗ-21-213 этой модели. Нива. Так, это больничка. В нее, к сожалению, войти нельзя. Здесь на больничке стоянки. Стоянка вот эта вот. Я не знаю, что за машина. Но она в сборник нескольких русских машин входит. Здесь две десятки было. Вот тут одна из них стоит тут. Так, давайте зайдем сюда и посмотрим. Здесь у нас полицейский участок. Мы когда в Сан-Андресе Криминальной России сюда заходили, нам 5 звезд, по-моему, давали сразу. А здесь не дают. Слава богу.
Тут у нас патриот, мозговыносящая машина, машина правительственных спецагентов и полицейские машины. Обычные. Коп тут идет. Полицейское здание, вот тут можно войти. Что у нас тут? Отделение милиции ОМВД. 13 микрорайон города Южный. Текстурки, конечно, не очень хорошего качества. Не сопротивляйся задержанию, иначе по почкам УМВД города Южный. С юморком тут, конечно, все. Будьте осторожны, наши гибоны любят дергать за волосы, забирать очки и другие вещи. Блин, что они только не придумают, а? Внимание, разыскивается особо опасная группировка. Просветьте, остерегайте встречи с членами этой банды. Они злобно... Так... Самое страшное, что могу сделать просто свет Тим, это залить вашу копию в игру, которая высасывает мозги одним словом. ГТФЗа. Чё за фигня? Так, вон там вроде бы кабинет есть, но туда, к сожалению, никак нельзя попасть. Там лестница даже, по-моему, может подняться туда, но нет. Дверь нафиг закрыта. Здесь камера одна только. Можно открыть одну камеру. В Сан-Андресе было такое здание, мы оказывались после того, как нас арестовали в той камере. Так, тут звонок висит также. Ну, тут ничего не изменилось от Сан-Андреса. Тут очень много НИФ ездит. Ладно, поехали дальше. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, это что за здание? В него нельзя войти, но здесь написано... Непонятно, что тут написано. Так, вот тут всякие тоже здания. А, вот. Вот что нам надо посмотреть. Вот это отсылка на Симпсонов. Тут написано у Михаилича. Это отсылка на Симпсонов. Это таверна Мо. Очень похоже на таверну Мо. Тут есть еще одна отсылка на Симпсонов. Это атомная электростанция. Мы тоже ее с вами посмотрим. Ой, я сломал рекламный щит. Ты скотина, а? Подлец, тварь. А! Дебил. Меня тут... Чё меня тут так ненавидят, а? Так, дубина. Давайте дубину возьмем. Нам оружие несколько сразу дают бесконечных. Можно найти по городу раскиданное оружие всякие. Давайте, например, гранаты возьмем. Очень нам пригодится. Они нам пригодятся очень. Там канализация, там путешествовать можно, но там ничего интересного особо нет. Так. Вот это какая-то лаборатория, я не знаю, что это. О, девятка красная тут есть. Давайте ее угоним. Потому что мне нравится красная девятка. Полицейские засекли нас. У нас была красная девятка, напоминаю. У меня было в детстве. 2004 по 2011 год. Девятка была у нас. Давайте, а теперь давайте бомбанем. Сваливаем, сваливаем. И бабамс! Нифига себе. Сейчас я их тут стреляю. Вот, ну полетел. Мою машину прям... Ну меня убили. Ладно. После того, как нас убивают, мне... Оказываемся возле больницы. Вот здесь. И, собственно, скорая помощь падает. Вот с глюк с ней тут. Не очень забавный. Давайте вернемся на тот склад. Или лабораторию, я не знаю, что это такое. Здесь есть несколько зданий в этом городе, в которые можно зайти. И мы сегодня в них, пожалуй, зайдем. Сорок
7 штук, нормально. Так, разудись, плечо. Две дай-ка силушки богатырской, на. Ну, выходи давай. Куда делась девятка-то? Ладно, сейчас еще раз бомбанем это здание. Ну. Промахнулся не туда. Да что ты делаешь? Ты смотри-ка, какие полицейские навязчивые, а. Надо тачку взять одну. Ой, блин, колесо подожгли. Тачка едет медленно. Вон там атомная электростанция, там градирование. Блин, сломалось колесо у нас. Блин, надо избавиться от них. Ну, меня убили, меня сбила машина полицейская. Ладно, давайте тачку возьмем и поедем. Просто покатаемся, надо зайти в те здания, в которые можно войти. Я не знаю, что это за тачка, серьезно. Никогда в жизни ее не видел. Фару разбил. Ну ладно, пофигу. В принципе-то. Давайте покатаемся по городу и позаходим в те здания, в которые можно войти. Не будем тут заморачиваться на этих полицейских. Тут есть те места, на которые можно по лестнице забраться. Наверх, на крышу. Ого, он, у него отчёчки были, нифига себе. Так, вот это дома как из настоящей России, городов России. У меня похожий дом. К сожалению, в них нельзя зайти, но можно на крышу только залезть. Так, вот эта пожарная часть, в нее, к сожалению, тоже войти нельзя. Давайте кругами вот так вот поездим. Так, там тюнинговая девятка есть. Так, в эти здания нельзя заходить, к сожалению. Тут какая-то цирковушка непонятная вот здесь. Избушка, избушка, цирковушка, цирковушка. Так, вот это вот мое любимое место, вот это офис непонятный. Так, так еще один дом. Можно залезть на крышу, но зайти в него нельзя. Так, вот это действительно склад какой-то уже вон там видно. Можно полазить по тем ящикам, но там смысла особо нету. В этом не будет смысла. Так, рекламы. Тут у нас колесо обозрения, но я, правда, не смог еще никак на него залезть. Так, здесь, кстати, метро есть. Но на метро мы кататься не будем пока. Здесь есть домик. Уютный, кстати, очень. Мы все это проверим с вами в этой серии. Выпуск томительный, наверное. Ладно.
Вот, это огромное здание, в него можно войти. Войти в него можно только через вот этот, через вот эту дверь. Так, этаж один, тут 18 этажей, по-моему, и я не помню сколько. Но на самом-то деле это второй этаж, а не первый, по сути. Картины просто, не знаю, что это за здание. Там Russia написано сверху. Тут лифты разные, но на лифте, к сожалению, нельзя кататься. Ладно, не будем по этажам лазить, они тут все однообразные совершенно этажи. Подвала никакого здесь нет. Ех! Вот так, прыгнули. Так, тут рядом есть еще одно здание, в которое можно войти. Тут видно, что этажи однообразные. Вот еще одно здание, в которое зайти можно. Оно из 5 этажей состоит. Я тоже не знаю, что это за здание. Так, войти можно только в эту дверь. Здесь, в подвале, находится стоянка для машин. Правда, здесь что-то нет. В данный момент никого. Второй этаж. КТА Сан-Андреас, криминальная Россия. В эти двери нельзя было заходить. Это здание было, но заходить сюда было нельзя. Так, здесь есть какой-то кабинет. Я не знаю, для кого он тут предназначен. Вот, давайте-ка почитаем, что там написано. Этих диплом, грамота из реальной жизни. Здесь какой-то класс компьютерный, что ли, но на школу это не похоже. Может, это колледж какой-нибудь, я не знаю, для программирования. Так, это Windows 8 тут на компьютере. А здесь Windows 7. Видно. Прям в лифт, так, к сожалению, ехать нельзя. Тут 5 этажей, одни тоже однообразные совершенно. Никаких нету различий. Почти. О, стемнело даже уже. Еще здесь есть клуб. Даже не один клуб. Так, туда нельзя входить. Мы не смогли в Сан-Андреасе войти в этот клуб, потому что вылетала игра. Ночной клуб 8-бит. В этот раз музыка не играет. Во, здесь у нас прям вот реально музыка играет. Танцы до упаду, родители на даче, значит, все идет как надо. И все такое. Ладно, не будем тут заморачиваться. Тут больше никаких ходов нету. Здесь есть еще один интересный клуб. Давайте в него тоже войдем. Здесь у нас находится рядом, напротив. Проходы тут, канализации, разные лабиринты, пути. Это, кстати, идеальное место, чтобы скрыться от полицейских на любом уровне розыска. Следующее прямо по курсу это домик. А рядом с ним еще один клуб.
такой вот домик. Снаружи он выглядит вот так. Довольно уютный домик. И снаружи, и изнутри. Так, тут такая веранда, типа, заходим. Здесь ванна. Ванна так себе, хочу я вам сказать. Так, здесь кухонка. Маленькая, но более-менее так себе уютная. Это картина Шишкина, березовая роща. У меня на даче добрый сок. У меня на даче в деревне. Висит такая же картина березовая роща. Так, тут картина три медвежонка, тоже Шишкина. Я не помню, я забыл, как эта картина называется, но тоже знаменитая картина Шишкина. Так, тут всякие еще картины. Диван, телевизор, балкон. Балкон. Блин, реально реалистично. Прямо уютный домик реально сделали. Мне бы такой дом. И здесь такой вот кабинет с кроваткой. Кроватка маленькая, конечно, неуютная. Дмитрий Говлин Пучков. За державу обидно. И календарь. Какой тут календарь? 2009 год. А сейчас 10 лет прошло уже. 10 лет не меняли этот календарь. Так, если туда встать, то откроется сохранение там. Но спойлер, игра не сохраняет ваш прогресс. Все это сделано тут просто чтобы было. Вот такой вот домик. Неплохой, мне очень нравится. И давайте, а зачем я сажусь в машину? Давайте, тут совсем рядом, вот здесь, клуб еще один находится. К сожалению, в него через обычный вход нельзя зайти, почему-то обычный вход заперт. Войти можно только через вон тот вход. Тут кто-то выломал забор, может быть, машина врезалась. Войти можно в этот клуб только сюда. Так, это вход, только он заперт. Вот такой вот клуб. Интересный социал-клуб. Танцуют тут все, хотя музыки никакой нету. Очень немного, кстати, напоминает мне студию Comedy Club на канале ТНТ. Честно говоря, Comedy Club скатился, честно говоря, уже совсем. Давайте бомбанем этих людей. Вот так вот. Дохните все. Так, здесь еще есть дверца одна. Тут бар. Блин, полицейские засекли меня. Здесь другой вход, не знаю, зачем он нужен. Судя по карте, это бар какой-то. Так, это еще не все. Здесь есть... Вот если... Вот сюда выйти, то тут будет продолжение. Во-первых. Такие вот красивые окна. Так. Так, это клуб для стриптиза, судя по всему. Ой, блин, там банда приехала. На карте видно. Так, если войти в эту дверь, то мы попадем в подвал, который более походит на какой-то морг. Давайте заглянем, посмотрим. Тут кровь везде на полу. В каждой комнате тут кровь тоже везде.
Не знаю, что это все значит, откуда это все в клубе. Видимо, стриптиз-клубы до добра не доводят. Давайте пойдем уже отсюда, наконец. Так, там враги наши на десятки ездят. Здесь вход, но он запертый. Основной вход. Так, теперь надо как-то отсюда выбраться. Потому что у нас полицейские уже тут. Так, надо быстрее в тачку прыгать и убираться отсюда нафиг. Ой, там тут завис один из наших врагов тут завис. Следующая остановка — это метро. Кататься на метро мы не будем, тем более пока я в розыске, оно останавливаться не будет. Просто будет мимо проезжать и все. Ну так себе, метро реально выглядит прикольно. Это оно остановилось, хотя мы и в розыске. А давайте покатаемся на метро. Надо отсюда как-то убраться. От полицейских надо скрыться ненадолго. Так, езда на поезде здесь беспропускная, довольно долгая каждая станция, поэтому пауза. Мы приехали к следующей станции. Платформа 1. Так, тут не знаю что. Тут закрыто. Там что-то есть. Блин, тут подвалы здоровенные. Я, наверное, не буду в них шариться. Здесь вообще темно. Блин, ну тут сколько спускаться-то еще, а? Ладно, давайте не в этот раз будем смотреть все эти подвалы, которые вне города находятся. Так, уважаемые пассажиры, проход без билета на платформу запрещен. Штраф 1000 рублей. Мы в курсе. Ну что ж, от полицейских мы давно скрылись. Интересно, я смогу на крышу залезть? Ну-ка, давайте-ка залезем на крышу. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь, короче говоря, такая вот станция. Там город. Мы не так далеко от него уехали. Тут какие-то вагоны стоят. Тут, ну, какие-то тут склады, я не знаю. Подождем, пока поезд поедет. Прикольнемся сейчас, что будет. Давай, поезд. Езжай. А, еще этот даже не приехал. О, едем. Ой-о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 й. Вау. К сожалению, он не держится на поезде. Ну,
Ну-ка, если попробовать побежать. Так, зеленый свет горит. На семафоре. Поезда, правда, коротенькие. Тихо. О, мы сдохли почему-то. Фух, вот так вот. Ладно. Давайте-ка, наверное, закончим на этом. Я, по-моему, мы посмотрели все здания, в которые можно войти в городе. В следующей серии мы посмотрим, что находится за пределами города. И изучим всю остальную карту. Ну а теперь вопрос, касающийся конкурса. Я в этом видео рассказывал о том, что у меня была девятка. Красная девятка. Когда-то у меня была в реальной жизни. А вопрос такой. С какого по какой год была у меня, у нас эта девятка? Варианты ответа. С 2005 по 2010, с 2004 по 2011 или с 2003 по 2013. Пишите свои варианты ответа в комментариях. Мы их обязательно проверим. Ну а пока что всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте, с вас подписосы да лайкосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на запасной канал. Все, всем пока.